Этот год в Амгинском улусе объявлен годом исторического наследия и патриотического воспитания. Подведены итоги года отца в районе. Этот год в Амгинском улусе объявлен годом исторического наследия и патриотического воспитания. На торжественном мероприятии подвели итоги прошлого года. Напомним, он был назван годом отца. Озвучили победители конкурса среди наслегов улуса «Лучший совет отцов». Первое место занял совет отцов Абагинского наслега. Им вручили сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Также чествовали тружеников, которые внесли значительный вклад в развитие района, поднятие патриотического духа и укрепление духовно-нравственных ценностей. Наступивший год амгинцы объявили годом исторического наследия и патриотического воспитания. На торжественном мероприятии жителям и гостям улуса представили эмблему года –